Шалом, мир вам! Сегодня мы находимся в Одессе и празднуем 25-летие начала служения евреев за Иисус. Это замечательное время. Вы знаете, Бог по-прежнему продолжает благословлять наше служение. Бог по-прежнему являет нам милость и благодать. И мы видим сегодня еще много-много плодов, которые через наше служение Бог приносит в свое царство. Мы благодарим Бога за то, что Он все это время хранил на своей руке. И знаете, время действительно замечательное. Мы приближаемся к тому, что Мессия Иисус скоро грядет. Но еще есть много неспасенных людей. И мы вспоминаем о том, как тогда, 25 лет назад, когда еврейские верующие в Иисуса Христа, Ави Снайдер вместе со своей женой и детьми, а также еще одним миссионером Элизабет Терини, приехали сюда в Одессу в 91 году. In 1991, my wife Ruth and I moved to the Soviet Union as it was collapsing. В 1991 году я и моя жена приехали в Советский Союз в то время, когда он разваливался. We came here with two goals. Мы приехали сюда с двумя целями. To bring the gospel to all people, but especially to our own Jewish people. Для того, чтобы принести Евангелие всем людям, но особенно еврейскому народу. And we hoped to be able to establish a Jewish evangelistic ministry. И мы надеялись, что мы откроем здесь еврейское евангельское служение. A ministry made up of Jewish believers in Yeshua, in Jesus, who were born in what was then the Soviet Union. То служение, в котором будут вместе работать еврейские верующие, которые родились в бывшем Советском Союзе. Это было очень сложное время для страны. Было время таких всяких непоняток, потому что люди не понимали, что происходит. Люди не знали, что будет завтра. Экономический кризис, политический кризис, проблемы с продуктами и так далее. И у всех был, что хочется, в действительности, на что хочется обратить внимание, это голод. Голод по Слову Божьему. Образовавшийся вакуум после Советского Союза, люди были открыты к тому, чтобы в действительности узнавать больше об Иисусе Христе. Выйди сюда вперед, и мы будем молиться вместе. И мы призовем имя Всевышнего Бога, и Он услышит нашу молитву. Он ответит вам так же откровенно, как вы будете просить Его. Он ответит вам настолько чисто, настолько прямо, настолько, как только Бог может ответить человеку. Сейчас давайте все встанем. Вывели наших людей, вывели из рабства. И настолько возлюбил всех людей в мире, что послал своего Мессию, Иешуа Хамашиаха, Иисуса Христа, который вывел нас из рабства от греха и смерти, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Я благодарю тебя, мой Бог. Это самое удивительное, что ты сделал для нас. Это искупил наши грехи. Ави Снайдер вышел на улицы этого города, он стоял на Дерибасовской, где был раньше «Золотой ключик», и он раздавал трактаты. Выстраивались очереди, потому что людям хотелось узнать, о чем же говорит этот невысокого роста американский еврей, проповедующий об Иисусе Христе. И когда мы уехали из бывшего Советского Союза в 1998 году, по милости Божией. И здесь было уже служение, которое называлось «Евреи за Иисуса». Это служение, их отделения были уже в 5 городах бывшего Советского Союза. Одесса, Москва, Киев, Днепропетровск, Харьков.
И, конечно, нашим решением отпраздновать 25-летие было единогласно принято то, что мы будем проводить евангелизационную кампанию. У нас была замечательная команда. Основная команда состояла из 50 человек. Это люди из разных мессианских общин, 10 общин мессианских и других евангельских церквей, приехавшие из Украины, из России, Белоруссии, с Израиля, из Германии, из Америки. Шалом, друзья! Меня зовут Олег, я с мессианской общины Брит Хадаша, город Николаев. Шалом, друзья! Меня зовут Михаил Брославский. Я служитель мессианской общины Ахават Ешуа, город Белгород-Днестровск. Привет! Меня зовут Катя, я из Киева. Меня зовут Арина Кафлер, я из Норвегии. Вы знаете, люди на самом деле, они во всем стремились прославить имя Бога. Они хотели донести Евангелие до каждого человека, с которым они встречались. В результате мы получили 3500 адресов людей, которые пожелали узнать больше об Иисусе Христе и иметь дальнейшие с нами встречи. Также, знаете, что удивило, это то, что на самом деле Бог сильно благословил покаяниями. 120 неевреев помолились о молитве покаяния прямо на улице. И 39 евреев признали Мессию Иисуса своим Господом. Вы знаете, изюминкой всего этого проекта это был концерт, который провели в конце самой евангелизации. Очередь была очень большая. Вы знаете, люди выстроились от входа в филармонию, и по Пушкинской очередь продолжалась еще очень далеко. Мы могли вместить в филармонию только 1500 человек. Остальные, кто не вместился, с сожалением остались на улице, продолжали стоять под филармонией и слушать музыку, которая звучала изнутри. Входим во врата Его со славословием, во двор Его с хвалою славьте Его все. Ибо благи наш Господь, славьте Его все, Он превыше всех богов, танцуйте Ему все. Ибо благи наш Господь, славьте Его все, Он превыше всех богов, танцуйте Ему все. И на славость на Его мы ликуем и поем. На момент того, когда был призыв поднять руки и молиться молитвой покаяния, чтобы в действительности Бог простил грехи. Такое было впечатление, что чуть ли не весь зал поднял руки. И одним хором зал повторял эту молитву. Говорите Богу от всего сердца эти слова вместе со мной. Если вы не хотите, если вы не верите, понимаете, это ваше дело. Никто никого не заставляет. У каждого свой день и час перед Богом, когда мы будем стоять. Но кто понимает и кто поднял руку, я даже не вижу никого из вас из-за освящения. Давайте скажем, вижу вашу руку. Давайте скажем, прости нас за все наши прошлые ошибки, за все наши грехи. Очисти нашу душу. Мы принимаем тебя, твоего сына Иешуа. Бог благословил, и мы в действительности хорошо смогли потрудиться. Но знаете, это как праздник, когда в действительности мы видим, как люди откликаются на призыв Божий. Но после этого праздника начнется долгая последующая работа, в которой нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы люди, откликнувшиеся на призыв, они также продолжали держать открытыми свои сердца, открытыми свой разум, для того, чтобы мы могли действительно делиться с ними Словом Божьим, и они могли возрастать в вере. Еще долгий период времени мы будем посещать их, общаться с ними, молиться, звонить по телефону, проводить различные праздничные мероприятия для того, чтобы еще многим дать возможность укрепиться в Господе и принять решение, серьезное решение,
следовать за Ним.